плохо? Георгий Данилович, вам плохо? Неужели прокляла меня тогда старуха? В пятницу. Родители! Просто супер! В этом доме ничего не меняется. А это что за юное создание? Это мой секретарь, Белла. Она помогает мне работать над книгой. Воронье слетелось, предвкушая добычу. Я думаю, за встречу не мешало бы выпить и за то, что вас сегодня ждет. Старик явно что-то затевает. Вы хотите знать, кому достанется та самая шкатулка с драгоценностями? Богатство гораздо нужнее молодости! Ты деда просто убила. Георгий Данилович Шуман. Анатолий Кузнецов. В фильме «Последний приказ генерала». В пятницу на ТВ Рус.